Дорогие друзья, я тут оглянулся и неожиданно осознал, что пролетел еще один год. Еще один год в новой реальности. С пандемиями и QR-кодами, политическими и экономическими войнами, странными законами и не менее странными решениями властей. Чтобы создать один выпуск, я буквально перебираю сотни новостей. 600-700, если быть точным. И пока выбираю сюжеты, ловлю себя на том, что начинаю смотреть на мир сквозь серые очки. Жизнь кажется беспросветной. Но на самом деле это не так. Каждый из нас, чуть задумавшись, обнаружит, что встретил за этот год много хороших людей. Видел и слышал много хороших. Давайте вместе попробуем вспомнить за истекший год какое-то одно событие, которое вас по-хорошему удивило. Начну я. Из последнего. Вот буквально недавно, по нелепой случайности, двухлетний малыш оказался на улице в 30-градусный мороз без одежды. Но его вовремя увидел водитель скорой, быстро закутал и отвез в больницу. И у малыша все хорошо. Или вот событие начала этого года на моей родине. За неполных 3 месяца самые обычные люди, такие как мы с вами, собрали около 300 миллионов рублей и спасли жизнь еще 2 малышам. Жизнь вокруг нас полна обыкновенных чудес, которые делаем мы с вами. Учителя, программисты, водители, врачи, шахтеры, слесари, работники офисов и магазинов, всех и не перечислить. И вот такие события, такие люди заставляют верить в лучшее. Любить жизнь, родных и свою страну, в конце концов. Потому что страна – это мы и есть. Поддержите меня. Устройте в комментариях флешмоб больших и маленьких чудес, свидетелями которых вы стали в 21 год 21 века. Давайте запульнем в 22 год общий позитив. А ведь, возможно, кому-то грустно сейчас. Кто-то, может, потерял веру в себя, людей, в добро. Но, прочитав наши комментарии, получит новую опору. Задумается о том, что не так уж и плохо на этой планете. Хочу также от всей души поблагодарить вас, мои любимые и дорогие зрители, за то, что, несмотря на сложный год, вы продолжаете поддерживать наш проект. Именно благодаря вам Маунт Шоу живет. Я не преувеличиваю. Исключительно и только благодаря вам Маунт Шоу вот уже столько лет жив. Спасибо вам. Дорогие мои, с наступающим. В жизни каждого из вас в этом году наверняка были большие и маленькие победы. Искренне поздравляю вас с ними. Желаю, чтобы год от года они только приумножались. Были, возможно, и серьезные испытания. Желаю вам пройти их достойно, став только сильнее. От имени всей команды желаю вам, всей нашей стране, всем людям, которые смотрят этот выпуск, счастливого Нового года. Крепкого здоровья, счастья вам и вашим семьям и достижения всех намеченных целей. Берегите себя. До встречи в новом году.